Представляем вашему вниманию коническое ведро, улучшенное, с молнией и ручками. Сейчас туда налито где-то 5 литров жидкости. Самое интересное, когда ведро с жидкостью опускается, оно сразу же принимает конусную форму и очень прочно стоит на поверхности. Его не свалить, не опрокинуть, не пролить, даже на наклонных поверхностях. Вот такое уникальное чудо коническое ведро. Реально, очень удобная вещь. Советую всем. Шлёп. Шлёп. И все. Идеально.